На форуме размыты и кулинарные границы. Блюда 11 национальных кухонь были доступны участникам из разных стран мира. В свободные минуты гости международного события могли попробовать сладкие деликатесы и выпечку на дегустационных столах. По словам башкирских поваров, кулинарное искусство разных стран они осваивали в течение нескольких месяцев. А вот на приготовление ушло всего лишь 3 дня. Цель наша – познакомить наших гостей с культурой данной страны. То есть у нас здесь представлен Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Башкортостан, Россия, Китай и многие другие страны. В Бразилии у нас есть конфеты различные. Мы представили конфеты из нута. У нас чахалдак есть, да? Вот, представили похвалу. Представили фрукты в карамели. На форуме приготовили и бурсак весом 150 килограммов. На его приготовление ушло 4 дня, 50 килограммов сахара, 30 кило меда, почти 2000 яиц и 200 килограммов муки. Бурсак приготовлен в форме хэштега со словами «Форум Шос Брикс» на английском языке. Это блюдо оказалось настолько большим, что получило одобрение для включения в Книгу рекордов России.